Ну а перед совещанием делегация побывала в Ноябрьском лесхозе. Здесь Дмитрий Кобылкин оценил обновление технопарка. В этом году ведомству удалось приобрести 5 так называемых газушек, 4 лесохозяйственных трактора, десяток УАЗов, Патриот, несколько кировцев, а также 2 трала и навесное оборудование для тушения пожаров, знаменитые в профессиональных кругах лесные плуги. Все эти новинки станут отличным подспорьем в борьбе с возможными пожарами, уверены специалисты. Особенно если учесть, что на покупку техники деньги не выделялись 10 лет. На обновление парка в этот раз ушло 70 миллионов рублей. Куплено на совместные деньги, на субъектовые вместе с федеральными деньгами. Это была федеральная программа. Каждому субъекту в количестве от горимости, от лесов –